Сегодня я расскажу вам об имени Серибджаб. Имя Сербиджаб или Серибджаб большинству калмыков известно благодаря княжеской семье Тюменей. После гибели джунгарского ханства хойтский наён Дыджит из племени Икыминган с женой и немногочисленной свитой, спасаясь от смуты, ушел в Россию. Сам Дыджит не добрался до Волжских берегов, он умер от оспы еще в Сибири. Жена его Эльзя Оршхэ с малолетним сыном по имени Тюмендирглынг, именно от него пошла фамилия Тюмени, прибыла на Волгу. Там Эльзя Оршхэ вышла замуж за хашутского наёна Замьяна. Сын ее стал наследником хашутовского улуса, а три его сына Серибджаб, Батурубаши и Цырен-Нарбу Тюмени стали одними из самых известных калмыков Российской империи. Батурубаши и Цырен-Нарбу имена более-менее понятные, а вот значение имени Серибджаб вызывает только одни вопросы. И это очевидно, ведь в русской и современной калмыцкой литературе имя наёна сильно искажено. Работая с архивными документами и материалами князей Тюменей, я однажды увидел личную подпись наёна Серибджаба на Тудобичик, и смысл его имени сразу стал понятен. В нескольких документах князь подписался как Сер-от-Джаб, а это тибетское имя. Сер на тибетском значит золото, от – свет, а джаб – защита. Примерно имя князя можно перевести как «защищенный сутрой золотого света». Имя это совсем не случайно, ведь сутра золотого света еще с 16 века является особым священным текстом, кармически данным монгольским народам. Наверное, эта защита и спасла князя Тюмени от гибели во время войны 1812 года с Наполеоном Бонапартом. А в народе наёна уважительно называли Джуюджа, что, на мой взгляд, есть своеобразное сокращение калмыцкое части имени Джаб. Хорошо было бы, если бы мы вместо странных современных имен возродили свои славные героические, гордиться которыми мы имеем все самое полное право.